Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Гість нашої студії – народний депутат України Оксана Калетник. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю всіх. І якщо починати розмову, то цього тижня Верховна Рада, власне, зірвала інформаційний простір, надавши привід для тієї інформації, яка сьогодні широко обговорюється. Це, насамперед, якщо йти за хронологією, це не стало такої фракції, як комуністична партія у парламенті, розвалилась коаліція і прем'єр подав у відставку. Тобто одразу стільки багато інформації. Насамперед потрібно зрозуміти, чому ця інформація відбулася. Какое-то из этих событий ожидалось, какое-то оказалось действительно неожиданным. Ну, я небольшую поправку хотела бы внести в понятие «не стало фракции», потому что то, что был проголосован Верховным Советом, действительно закон, который дает возможность, изменив регламент, спикеру парламента действительно в соответствии с отсутствием определенного количества членов фракции отменять ее, собственно говоря, действительно существование. Такой закон был проголосован, но этот закон был только на вчера опубликован в «Голосе Украины». Я думаю, что я не скажу ничего удивительного даже для юристов первого курса, что закон обратной силы не имеет. Это, в общем-то, на самом деле закреплено в том числе и Конституцией, и здравым смыслом. Поэтому, если на вчерашний момент этот закон был только опубликован, а роспуск фракции возможен исключительно через 15 дней после того, как об этом было объявлено, да, то есть объявлено это стало вчера. Если же на самом деле господин Турчинов ссылается на момент, когда фракция потеряла, допустим, там одного члена в моем лице, то это событие, имеющее понятие обратного порядка. А закон обратного порядка не имеет, потому что на тот момент этот закон не присутствовал, регламент не имел таких норм, а когда, в общем-то, я вышла из фракции, следовательно, мы отсчет можем вести исключительно вот сейчас. И так, поэтому я хотела бы поправить, что фракция в парламенте хочется, не хочется, существует как минимум еще 15 дней. Другой вопрос, что у нас очень много сейчас не подчинено нормам закона и, к сожалению, даже на здравому смыслу. И мои коллеги, когда я вот обращаюсь, на фактах доказываю, что это не так, привожу примеры в кулуарах, они говорят, на то есть политическая дотильность, понимаете? То есть мы вот все события, которые не соответствуют либо здравому смыслу, либо же закону, сегодня вот на них одеваем одежку политичная дотильность. Что это такое? Ну, я, к сожалению, как человек с логикой, еще до конца не поняла. И вот если говорить об этой политичной дотильности, то вот события, которые вы перечислили далее, это тоже, наверное, из этой серии. Потому что, по большому счету, действительно, развал коалиции, ведь ее там не клеем клеят. Видимо, коалиция – это, ну, на мой взгляд, консолидированное сообщество, которое должно искать консенсус в тех или иных вопросах. То, что там далеко уже, в общем-то, далеки они были от консенсуса, было видно и так, правда, невооруженным взглядом. Поэтому выход из одной из фракций, это первым об этом заявил Удар, очень какую-то такую вот для меня позицию, похожую, помните, Вицин между Никулиным и Моргуновым в известном фильме стоял и вот так вот дергался, да, то есть такую позицию, на мой взгляд, заняла партия «Свобода», потому что до этого эта фракция и ее лидер, господин Технобок, заявлял о том, что все нормально, мы никуда не собираемся, и тут, когда прозвучало заявление фракции, представителя фракции «Удара», сразу же, в общем-то, они побежали гуськом к трибуне и очень так вот театрализованно начали заявлять о причинах их выхода из фракции, из коалиции. Следовательно, можем сделать вывод, да, то есть что происходит. Естественно, что те партии, которые сегодня имеют рейтинг и боятся его утратить через какое-то время, а время у нас очень стремительно вносит поправки в жизнь, естественно, сегодня они в большей степени ратуют за то, чтобы поддержать желание общества, в общем, тренд общества сформирован именно в сторону выборов, в общем-то, они, конечно же, за то, чтобы эти выборы сейчас состоялись. Те, кто этим выборам на сегодняшний момент не готовы, действительно, ну, каждый политик, находящийся в стенах Верховного Совета, мечтает продолжить свою
жизнеспособность, да, и как можно дольше не уходить, как говорится, в поля, потому что выборы — это опять же общение с избирателями, это опять борьба, а борьба в сегодняшних условиях, она уже непонятно, что сулит, поэтому в данном случае, конечно же, в общем-то, идет борьба между теми, кто действительно эти выборы достаточно быстро хочет, чтобы они состоялись, и тех, кто, в общем-то, не готов на сегодняшний момент идти. Более того, мы увидели позицию правительства, которое тоже, в общем-то, продемонстрировало, что ну, не хочет правительство, как бы господин Яценюк не называл, когда он садился в кресло премьера, он говорил о том, что мы правительство камикадзе, но, видимо, это были слова, до конца камикадзе господин Яценюк быть не готов, потому что, по большому счету, положить на стол заявление вот в этот момент, это свидетельствует о том, что правительство во главе с премьером хочет просто, по большому счету, убрать ответственность, которая... Такая возможность присутствует, потому что политическая ответственность, она отменяется в момент, когда заменяется вывеска на кабинете на исполняющие обязанности. А теперь про все эти події, тільки в деталях и с певними акцентами. От стосовно фракції комуністів у парламенті, ви вважаєте, що як мінімум 15 днів ця фракція ще повинна існувати, зважаючи на правові норми? Ну, це законодательная норма, в общем-то, по большому счету, это мнение, которое базируется на законе. Если, конечно же, сегодня скажут, что мы пренебрегаем этим законом, ну, в общем-то... И решение может набути чинности лишь за 15 дней. Тобто, але изменить решение мы не имеем права, то за 15 дней все-таки коммунистическая фракция перестанет существовать в нынешнем парламенте. Да, тогда возникает вопрос, который тоже до конца не урегулирован регламентом, что происходит с депутатами. То есть, и если они, а я так понимаю, что все-таки это признанный факт, они остаются в стенах парламента, то есть фракция не существует, но есть количество депутатов, которым ничего не мешает голосовать слаженно, потому что если говорить о дисциплине во фракции коммунистов, то, в общем-то, мне кажется, без разницы, как они будут называться, но определенная дисциплина там существует. Фракции не існуватиме, де-факто вони голосуватимуть злагоджено так, як і працювали до цього часу в парламенті. На мой взгляд, дисциплину там никто не отменял, и, в общем-то, они это демонстрируют. Але загалом, от, хочеться поцікавитись, практично ви дали можливість цій фракції з'явитись в парламенті саме із-за того, що ви як мажоритарний депутат приєдналися до комуністів. І хотілося б зрозуміти, що спонукало вас приєднати саме до цієї політичної сили, адже ви йшли як позапартійна. Мне приятно то, что вы на самом деле отводите такое большое место в истории именно моей персоне, но это инсинуация, это, к сожалению или к счастью, не так. То есть я, фракция коммунистов не обязана своим существованием мне, потому что, по большому счету, они состоялись и согласно, опять же, норм регламента, а это закон все-таки, они имели возможность быть сформированы как фракция и без присутствия мажоритарных депутатов. Но более того, регламенту достаточно суперечно. Нет, в регламенте размыто написано, но написано достаточно понятно, что фракция состоит из депутатов, которые избирались из партийного списка, и депутатов-мажоритарщиков. То есть то ли депутатов-мажоритарщиков, выдвинутых этой политической силой. А вы правильно заметили, что я не выдвигалась этой политической силой. Я шла как самовысуванность. И в данном случае абсолютно. То есть они состоялись, имели право состояться и были зарегистрированы как фракция исключительно, потому что все, в общем-то, нормы, позволяющие быть им состояться как фракция, на тот момент существовали. Но еще до вашей особистой позиции, почему самые коммунисты, а не инша политика? Ну, а давайте посмотрим на тот момент. Ну, во-первых, как бы становится понятно, что внефракционный депутат – это, по большому счету, мандаты, ну и какая-то, ну, более-менее там независимость. Ну, можешь ли ты что-то действительно качественное делать в парламенте, если ты вне фракции, вне возможности быть поддержанным теми, кто является по умолчанию твоими единомышленниками? Потому что, ну, как правило, фракция у тебя
тебя есть возможность там убедить, поддержать тот или иной твой законопроект. Тобто реалізуватися як народний депутат, у вас найбільше була можливість саме в комуністичній фракції. Реалізуватися як народний депутат, більша можливість є фракціонним, ніж позафракціонним депутатом. Більше того, в нинішнім законом є ще некоторі, скажімо так, ограничення, які накладаються на внефракціонщиків. І, тобто, ти... Вот на сегодняшний момент я являюсь там членом парламентской ассамблеи ОБСЕ раз. Я являюсь первым замом бюджетного комитета два. То есть это определенные, это все фракционные квоты. Внефракционные депутаты, в общем-то, на это рассчитывать не могут. Теперь относительно выбора. Давайте посмотрим на тот момент, когда я входила в парламент, каковы были, какие вообще, какой был выбор. Да? Больше выбор, и, ну, скажем так, многие мои коллеги вам подтвердят этот момент, что практически обязательным был вход в партию регионов, во фракцию партии регионов. Да? То есть я изначально, я не буду поднимать весь этот путь, когда я действительно приняла для себя решение баллотироваться. В любом случае без власти в любой стране ничего невозможно. И сколько раз мне приходилось давать ответы на вопрос, готова ли я буду в будущем, в случае победы, зайти в фракцию партии регионов. Я всегда отвечала на этот вопрос «нет». То есть я действительно, то есть меня мало что, ну, скажем так, объединяло с этой политической силой. Более того, я весьма последовательна в своих выборах. В 2004-м я выступала категорически против прихода этой силы политической. Тому саме ви вибрали не партію влади, а партію, яка співпрацює з владою. Я вибрала ту партію і ту фракцію, яка, на мій взгляд, давала більшу можливість оставатися собою, відстоювати своє мнение, и по большому счету действительно, как минимум в средствах массовой информации, в общении с людьми, говорить то, что я думаю. Это единственная фракция, которая давала мне такую возможность. И самый ваш выход, то есть вы первые, кто покинули лави коммунистической фракции, сталося це тоді, коли ви зрозуміли, що ви уже не маєте можливості залишатися самим собою в складі тієї фракції? Ну, на самом деле, всі ті события, які відбувалися після февраля місяця в нашій країні, а ви пам'ятаєте, яку позицію займала фракція, то есть вона більше напоминала позицію нейтралітету і більше позиція, як би не навредити, да? То есть лучше не голосувати, лучше помолчати, лучше не підтримувати і так далі. То есть все время внутрі среди, в общем-то, руководства бытовало следующее мнение, что вот мы уже с 90-х годов переживали подобные моменты, поэтому переживем и это, главное вот особо не высовываться. Но я не понимаю, как когда в стране действительно происходят вот столь революционные изменения, когда действительно депутат это тот, кто должен быть на передовой, и порой даже понятно, что ты рискуешь иногда какими-то своими, действительно, там, какой-то своей стабильностью, возможностью, но иногда ты рискуешь и жизнью, но ты должен на это идти, потому что, по большому счету, как было сказано президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапичем на последней сессии, которая состоялась в Баку, он сказал, что, обращаясь к парламентариям 57 стран, парламентарий – это тот, кто должен забрать всю боль, все вызовы и все проблемы своего народа, в первую очередь, на себя. И даже тогда, когда ты защищаешь мнение меньшинства своей страны, ты должен действительно двигаться по этому пути. Но мне достаточно частыми во фракции стали замечания относительно моих резких позиций в средствах массовой информации, моих достаточно частых присутствий в средствах массовой информации, которые фракция считала, что на них не стоит ходить, потому что, ну, в общем, может быть, и правильно считали, потому что они, в общем, занимаются инсинуацией, пытаются выдернуть слова из текста для того, чтобы показать нас в плохом свете. Я готова согласиться отчасти с такой позицией, но считаю, что если мы движемся и мы верим в то, что мы делаем, мы обязаны идти по этому пути и не бояться делать ошибки, и не бояться разговаривать с теми, кого мы считаем оппонентами, врагами и так далее. Поэтому мой, скажем так, тот же опыт присутствия того же громадского радио, громадского телебачения, который действительно достаточно агрессию, особенно после февраля, проявлял к этой политической силе, все равно я считала, что вычеркивать их жизни
и не ходить, это не давать возможности действительно обществу через какие-то там радикальные взгляды все равно прийти к пониманию, что стоит слышать разные точки зрения для того, чтобы принимать решения. І на завершення, не залишається досить мало часу, просто хочеться почути вашу відповідь. Ви не будете зав'язувати з кар'єрою політика, тобто ви плануєте і далі залишатися в політиці, і з якою політичною силою, якщо зважати на те, що наступні парламентські вибори відбуватимуться за пропорційною системою з відкритим списком, з якою політичною силою ви бачите своє майбутнє? Ну, прежде всего, то есть общественный деятель и политик для меня человек, который действительно способен вести людей за собой, а не действительно, идя на тренде сегодня общественного мнения, пытаться выплыть и опять быть куда-то избранным. Я не ставлю для себя задачей быть куда-то избранным. Если для того, чтобы действительно вести людей за собой, понадобятся годы и понадобится время на создание такой политической силы, в которой я исключительно буду верить и в которой действительно будет огромная армия единомышленников, я готова потратить и вложить в это годы. Чи правильно я зрозуміла, ви плануєте створити власний політичний проект? Нет, я планирую на самом деле объединяться вместе с теми людьми, которых достаточно много в этой стране, которые хотят действительно реальных других правил и неизвращенной системы, которая, в общем-то, помогает заниматься политиканством, а не реальной политикой в этой стране. И до певного моменту це залишатиметься інтригою. Народний депутат України Оксана Калетник була гостем нашої студії. Дякую вам за відверту розмову і за участь у нашому ефірі. А нашим глядачам дякую за увагу. До парламентського телеканалу «Рада». Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.